Журналисты нашей телекомпании получили 15 наград на Бале прессы, который организовал Союз журналистов Дагестана. Главную премию профильного союза «Золотой орел» заработал редактор национального вещания Магомед Гюсейнов за цикл образовательных передач «Человек и право». За эффективное взаимодействие и объективное освещение деятельности моих коллег-журналистов наградили Минтруда, Министерство здравоохранения, Министерство промышленности Республики, сельского хозяйства, образования, спорта, Комитет по туризму Дагестана, Управление Федерации Федеральной миграционной службы, администрация Кизлярского района, руководство Аварского театра. Очень приятно, что журналисты Дагестана продолжают традицию лучшей журналистики нашей страны. Не так давно журналисты Дагестана получали премию в Москве, это происходит постоянно. Я должна сказать, что каждая встреча с коллегами здесь, в Махачкале, или в Тунибе, или в Дербенте, она поддерживает нашу веру в будущее, достоинство нашей профессии. Уже в кабинете генерального директора РГВК «Дагестан» Магомедбек Ахмедов наградил лучших работников телекомпании, отметив их высокий профессионализм и самоотдачу в работе. Ахмедов также поздравил всех награжденных на Бале прессы. Сам генеральный директор был отмечен грамотами Министерством здравоохранения и строительства за содействие в информационном освещении деятельности министерств. Администрация столицы наградила Магомедбека Ахмедова именными часами главы администрации города Махачкалы.